Всем привет, с вами MadTV и они. Ну, все MadTV. Мы снимаем «Пугание людей. Часть 2». Так как вам понравилось «Пугание людей. Часть 1», поэтому я снимаю часть 2. Потому что на «Пугание людей. Часть 1» там 400 просмотров. Но у меня больше всего. Ванильная пистолет. Сейчас немножечко вот так вот сделаю, чтобы я мог видеть, что там. У него граната, ой. Он, наверное, не видно. Вот. Вот так-то лучше. Ну! Я скоро начну выпускать новое видео по Minecraft Stalker. Вообще там клево все. Да, у тебя выкладывать нереально. Мне там. Ты идиот, хватит ты так делать. Быть ванильной пиздой. Идут, вот теперь точно идут. Слышишь, орут? И орут, там, давайте, мы с ней. Да, к тому же, это «Пугание людей» у меня самый популярный на канале. Лицо Все, мы продолжаем дальше снимать. Извините за такую задержку, у нас там бабайка. Там два мужика. Пацан, иди сюда! По встречке Ивана Тазы. Это был хуёв по вещи, я забрала такое укрытие. Да я знаю, что ли. Мы там вообще, по идее, уже кушать должны были. Шмяк, шмяк, шнапи, шнап, крокодил. Шнип, шнап, шнапы, шнап, крокодил. Кто-то стучится. Настя, не мне. Кто-то стучится. Шнип, шнап, шнапы, шнап, крокодил. Там девочку, впустите ее, она войти не может. Открыть? Закрыть, закрыть. Она ужила. Мы не придурочные, мы просто придуриваем. Это стерео, не пугание людей, а просто угар можно назвать.
Кирилл, встань на место. Это было 100% видео. Ну ладно, может попрощаемся с утром. Когда не пойду, тогда начнем снимать. Ладно, всем пока, ребята. С вами сейчас был... второе видео выложим. Да, сейчас второе еще снимем. Я пока. Ну, не рожаемся. Я вас не забросил, так что ссылка на Мэдхэт и на Суслика, на него будет в описании ссылка. Всем пока.